И первое задание, мы просто пока тренируемся, да, и немножко пытаемся отличиться от химических процессов. Я хочу попросить, я прошу вас представить, какой ваши площадки, ваши дома будут через 100 лет. И нарисуйте это. Давайте, да, предположим, что у нас сейчас есть такая возможность. Может, у нас будет что-то реализовать мечту. Давайте, вот мы сейчас над ней поработаем. Что мы хотим изменить, может быть, вообще фантазировать. Космический, как бы наша площадка может улететь, или с ней может что-то случиться. И чтобы нам немножко вдохновения получить, я вам всякие... Здесь... Это вот глайдеры. Это техника... Предупреждает техника будущего. Тут же не только лестница. Есть вот еще есть горки. А мы... Да, то есть если ты живешь... А сколько здесь этажей? Приблизительно. 24. Мы попробовали нарисовать наши какие-то мечты и идеи. Но мы же можем сделать их в объеме тоже, да? И у нас есть пластилин, и у нас есть коробки, и у нас есть такой волшебный горячий пистолет, которым можно склеивать всякие штуки, да? Так вот, мы сейчас попробуем сконструировать наши идеи из картона, хорошо? Попробуем? Такую площадку с настоящую. Здесь мы с пластилином даже героя, хачи, не хачи, да? Это палатка. А, палатка. Чтобы там играть, да? Да. Здорово. Тут очень тепло. Это лето, да? Да. Светит солнце, немножко лучик. Нет, это облака. Еле с чайками. Тяжелка. Свалка. Морской район. Так вот, двор. Идея такая, что он весь зеленый. Нам не хватает зелени, мы хотим, чтобы все было зеленое. Это мода. Вот, это такая, ну, некая архитектурная штучка. Ширмочка, да. А это огромная горка, на которую можно с роликов с нее скатываться. Все идеи вообще, то, что мы сегодня делали, оно дальше будет для нас, архитекторов, основой для того, чтобы думать, как преобразить двор. Вот. Дальше у нас еще будут мастерские во дворе, будут объявления. Приходите, пожалуйста, будем рады всех видеть. Вот.